Что такое интервальное голодание? Интервальное голодание – это один из самых популярных трендов в сфере здоровья и фитнеса. Это не диета, а режим питания, который состоит из чередующихся циклов голодания и питания. При этом не указывается, какие продукты следует или не следует потреблять, а лишь устанавливается режим приема пищи. Сейчас мы едим от 3 до 4 раз в день или чаще и никогда не испытываем голод. Из-за этого органы непрерывно работают и никогда не отдыхают от пищеварения. Наши пищевые привычки могут привести к ожирению и проблемам со здоровьем, таким как диабет. При голодании происходит очищение организма от токсинов, сжигание жира и омоложение. Через несколько недель человек становится здоровее и активнее. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!